Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помилуй меня грешного. Номер 265, события дня, 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 2 сентября 2016 года. Ну, далее рассмотреть. Как это выглядит? Какое злодейство совершилось с принятием этого человека. Слом секты переполнил все, везде. И теперь все мещи обратились как раз туда, где он был. Пишет, самая большая секта, это Московская Патриархия. Она отсеклась от Христа, с одними мощами возится, с мертвецами, с мирскими властями. Вот добились они этого. Это его труд. Вот сколько людей занимается им, чтобы показать, разоблачить злодейство. Это все план. Америка, Израиль, кто против православия, России. Он создал пугало для устранения неугодных. Каждый может тормознуть и просчитать. Виталий Калиников у нас был. Вот два уже раз. Спаси Христос, Игнатия, Серафиму, Михаила и братьев. Много благого и полезного я пощепнул в благословенной Потеряевке. В особенности же меня поразило пламенное. Пламенная любовь к труду. Да даруй же и мне, Господь, страх свой, веру и любовь к труду во славу Христа Бога на пользу ближним. Еще прислал. Доброго времени суток. Не совсем понятная фраза, но... Я неоднократно называл Игнатия Тихоновича другом Божьим. Это не выдумка какая-то. Жительствуя в Потеряевке, я ежедневно ощущал на себе любовь и заботу о моей душе, которая выражалась жесткой терапией, реанимацией моей жалкой душонки, зараженной высокоумием, леностью и так далее и тому подобное. И это именно то, что мне и нужно было. Именно это мой милосердный Господь руками Игнатия Тихоновича мне и преподал, за что ему слава, благодарение, честь и поклонение во веки. А уважаемому, любимому Игнатию Тихоновичу дарует Господь многое и благая лета на пользу народу Божию. Кто такой Дмитрий Христолюбов, я не знаю, извините. Мир вам. О чем речь идет? Не знаю. Мир вам. По-моему, это к Виталию относится здесь. Еще один пишет. Игнатий Тихонович, приветствую вас, слушаю ваши ролики. А вот о Калинникове это скажет, зазомбировал? Зомбировал человека. И все, то есть истина не вмещается. Это все дворкинское. Все, секта, секта, секта. А сам враг, вражина, вполз в страну, в церковь. И сколько злодеев, это столетия будут выскребать теперь из душ людей. Это очень хорошо разработана была акция по внедрению вражины, злодея, который все это делал, нападал на всех. Это столько злобы. Миллионы людей перессорить. Это вообще... Как развал Союза, так вот здесь, развал церкви изнутри. Такую фигуру найти было им непросто.
теперь кто-то пишет, слушай ваши ролики, очень хочу изучить толкование Святого Петелакта, о котором я узнал из ваших роликов. Мне известна ваша книга «Для Слова Божия нет уст». Недавно я узнал о том, кто автор книги. У меня не было возможности прочитать ее, но я слышал, ее читали на христианском радио. С удовольствием бы приехал к вам лично, но я живу в Америке. Видите, где наши книги, по ним идут занятия, там диссертации защищают. Есть ли у вас возможность переслать книги в Америку? Я бы с удовольствием взялся за изучение толкования. Я смотрел многие ваши занятия, и они мне очень близки и понятны. Буду благодарен за ваш ответ. Спаси Христос. С уважением, Буханцев Денис Алексеевич, США. США. Ну, я ответил, сколько стоит, как переслать. Но все это с 10 октября. Так что чуть больше месяца осталось, когда мы думаем вернуться в город. Пишет один человек мне, что там с ним делают и как. Я отвечаю, в чем у вас главная нужда на это время? У вас квартира плохая, есть нечего, одеться не во что и прочее. Напишите, что уже есть для исправления всего положения. Сообщите сразу. А то, что вам как будто уже есть предупреждение от патриарших, что если будете со мной знать, то они уже и не будут вам помогать, и прочие ущемления. До отказа девочки вашей ходить к ним на воскресное занятие. На эту тему я уже говорил, что так как они вам помогали, то держитесь близ их, них. Угрозы и глупо им их не выполнить. Он отвечает, если я не доделаю ремонт, детей могут забрать. Я должна сохранить детей и воспитать в истинном православии. Это возможно только рядом с вами. А они уже успокоились. Я объяснила, мои дети не их собственность, видимо, патриаршая. Пусть сами решают, с кем истинный Христос. Как человек может запретить прийти в храм Божий детям и услышать слово его? Запрещаешь, значит, секта. Вот только сейчас про это и говорил. Запрещаешь. Ну, какое это? Ну, запрещаешь человек, это его дело. Какое отношение к секте имеет? Секта – это там, где учение. Речь идет только об учении. Даже не о жизни. Учение с учением церкви. И отвержение, непринятие института священства. Все священники, то есть лютерская вот эта ересь, лютеранская, нет священства. А где священство, нет и церкви. Без священства церкви нет. А вне церкви нет спасения. Вот как дело обещаешь. У нас на горе 3 изнасилования за месяц. А полиция даже фоторобот не развешала. Педофил где-то рядом ходит. У меня даже ворот нет. Живем на улице практически. У меня знакомый миграционный сообщил. А наш участковый даже никого из матерей не предупредил. Пусть будет, как Бог хочет, а не как я хочу. Готова жить для Христа и за все, слава Богу. Благословите нас. Добрые дела для детей. С уважением. Я спрячу фамилию, имя. О, все это можно написать. Но злодеи, Дворкинская, вот эта свора, подворотня, буквально лютует. Как только находят, начинает поливать мерзостью, ядом. Не грязью, ядом. Сразу выходят на них, только чтобы со мной не знались. Злодеи, мерзавцы. Вот приходится пользоваться. Я отвечаю, что нужно сделать, чтобы ремонт был закончен. Перечислите по порядку все работы. И какие на то нужны средства. И если они у вас. Мне нужно знать это не для праздного любопытства. С ответом не замедлите. Вы не против, если к вам придут наши люди и осмотрят все, что нужно сделать, составят планы работ и что для этого нужно? Ну, вот такое маленькая переписка. Одну взял, другие не беру. Но это конкретно. Помощь нужна. Помощь. Ребятишки маленькие, ребенок грудной. Вот надо все узнать, не просто так. Ну и вчерашний день. Это уже утро. На утро за вчерашний день отзыв.
попало, ползет. Посмотреть, что у меня. Обзе митрополита уже 15 минут и 15 отзывов. Так кажется. 19 отзывов. Видите, сколько за 24 минуты назад причастие. 8 просмотров. Ну так вот. А уже через день 230. Ну тут есть такие, где за 1000 заходит. Ну, наши ресурсы показать. Это мой мир. Что-то барахлило, почту не мог заглянуть. Никита вчера призвал после службы. Он зашел, она стала работать. Я говорю, боится тебя система. Ничего не делал. Просто сел рядом, и она вдруг заработала. Не знаю, что это такое. Есть у нас и форум. Вот такой наш форум. Вот так. Кто-то заходит, личное сообщение. Тут. Потом посмотреть можем будет. Очень богатый форум. Интересно. Последний раз на неделе начальник уголовного розыска приезжал сюда. И он спрашивал, а кто вам это вот оформлял, кто составлял. Почему это их интересует, не знаю. Нисколько. Вот, теперь это наш... Называется православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Вот Мощалин Владимир во свете Библии написал стихотворение и поет кто-то. Поет. Как бы гимн во свете Библии. Ну, у нас еще есть сайт во свете Библии. Так и называется «Во свете Библии». Вчера работали, еще вчерашний день, это у нас получается суббота. Почему второе у меня там, не знаю, ошибка, наверное. Посмотрю, проверю. Прошедший день. Все, работали. На свалку вывозили, не нужно. Пытался бывшего хозяина сегодня воскресенье привезти сюда. На машину послать за ним, чтобы он побыл тут, отдохнул, посмотрел, какие работы по его дому бывшему сделали. Ну, это он живет в сожительности там, а трезвым не могут найти. Ну, и ждал я почти до вечера, какой результат, согласится или нет. А потом бы отвезли его, тут всего 15 километров. Но сообщили, невменяемый пришел. Ну, а такой он зачем нужен? Показать пруды, дороги, он... Строитель, он бы оценил. Ну, порадовался, чтобы как-то по нужному руслу мысли пошли, но неудачно. Не могут застать за всю неделю ни одного дня, за месяц ни одного дня. Вот только что свозили как-то там на покупку там деньги, потому что отдавать надо было за дом. Платили присутствие людей, распиской. Потому что оформлять долго еще дом. Но основное сделано было. Вчера что? День суббота, баня, богослужение. Даже мимо кто проходит, видят, дом-то открылся, он был весь в траве, заросший и прочее. Как много сделали, удивляются. Ну что сделали? С помощью Божьей Господь помог. Главное, пробиться надо было к дому. Невозможно. Заросли, лианы, буквально все перепутано. И сейчас уже видно, что у дома хозяина сделали отмостку на неделе, палисад загородили, ну и проще. Можно смотреть теперь. Внутри-то там сараями и прочим, придворными пристройками-то Никите ничего не сделать, да и не умеет, и не знает, и дано ему ни к чему. Так, что будет гнить, разваливаться, что? А когда будет возможность, тогда... Пожалуй, сделает. Не он, а кто-то поможет ему. Вот отчет или события прошлого дня. Вот. Тоже свое есть.
Милости Господне вспоминай, считай всех до единого сердца, повторяй. Самое ценное здесь это 4124 ответа по 55 пунктам, папкам разложены ответы. Это самое ценное, что вообще у меня есть на наших ресурсах. Вот здесь несколько в моем мире, зарядить Игнатий Лапкин. Вот спрашивают, я крещение принимаю. Вот сегодня так, я уже не стал тут показывать. Меня зовут Роман, а вот такого-то я родился, а какое мое имя будет крещение? Ну что ж сказать. Пожалуйста. Ну и данный календарь возьми церковный, посмотри, какие имена. И вот по именам, значит, тогда и... А то в одно время родился, а мой святой тогда-то был. Это путаница, все это прихоти. Вот у нас 4 чтеца и все Игори. 4 Игоря, ну другие чтецы есть, а то 4. И 2 из них Игоря Владимировича. Ну еще нормально. Ну нет, а сколько имен-то там? Иннокентий есть на этот день, и Евтихий. Нет ни одного такого имени. А как? По прихоти. А по прихоти, значит... Так оно и идет. Я как-то даже стихотворение написал об именах. Как перышки летят. Все, однако,